Кактус 1549. Взлет разрешаю. Салли. Салли. Мы слишком низко. Салли. 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 Что с тобой? Нас никто не предупредил. Никто не сказал, вы потеряете оба двигателя на самой низкой высоте в истории. Отказ обоих двигателей на высоте 850 метров, за которым последовала экстренная посадка на воду, 155 человек на борту. Никто такому не учит. Наша задача — выяснить, как мы потеряли самолет в Гудзоне. На Гудзоне. Это не падение, жесткая посадка на воду. Симуляторы говорят, вы могли вернуться в аэропорт. Без шансов, я чувствовал его. Я управляю. Самолет ваш. Хочу, чтобы ты знала, я сделал все, что мог. Конечно, ты спас всех. Люди зовут вас героем? Нет, не думаю, что я герой. Где вы? В прессе и так уже слишком много шумихи. Я потрясен всеобщим вниманием. Левый двигатель был на ходу. А если я ошибся? Если это я подверг опасности жизни пассажиров? У меня туда 320 ныряет в реку. Вы сделали все, что могли. Вы выпиваете? У вас есть проблема в семье? Говорит капитан. Приготовьтесь к удару. Что? О, Господи. Пригнитесь! Головы вниз! Вниз! На том самолете было 155 человек. Пригнитесь! И ты был одним из них. Головы вниз! Вниз! Более 40 лет в небе. Но главной моей проверкой стали эти 208 секунд. Сосчитайте всех пассажиров и экипаж. Есть тут кто?